В отдел МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об автоаварии на Новоникольском шоссе. На место происшествия прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи и представитель МЧС. Установлено, что 36-летний водитель автомашины Toyota Crown выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада». 63-летний водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью, а 62-летняя пассажирка доставлена в больницу. Установлено, что водитель автомашины Toyota Crown находился за рулем в состоянии опьянения. По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.